когда ты приходишь в гримерку, вот ты сидишь здесь, это такой, это не пустые слова, что это второй дом. Действительно, у меня вот здесь и чашки есть, из которых я кофе пью. Естественно, есть вон плед лежит, когда между репетициями бывает так, что с утра репетируешь, вечером спектакль, и сил нет никуда деваться. Просто ложишься на диванчике и спишь. Какие у нас тут замечательные девочки, костюмеры, Леночка у меня Васенькина здесь работает. Я их люблю, обожаю, и гримеры. В общем, здесь действительно какая-то уникальная атмосфера. Что хочу сказать? Я хочу сказать, что, может быть, это такая уникальная атмосфера, потому что все люди, которые работают в театре, они к рабочему месту относятся особенно. И, может быть, ваше рабочее место, которое, ну, может быть, офис, может быть, прилавок, может, еще что-то, наверное, там сложнее испытывать вот эту нежную любовь к нему. Но все-таки можно где-нибудь, наверное, поставить какой-нибудь цветочек в горшочке, чашку любимую завести, и тоже, пусть ваше место рабочее будет любимым.